А давайте обратим внимание на наш рекорд 3 миллиона 690 тысяч. Ребята, всем привет, с вами канал Страна и Гирляндия. И сегодня у нас Том бег за золотом. Формат игры будет немножко необычный. Не зря я обратил ваше внимание на то, какой у нас лучший результат на данный момент. И главное, результат. По-моему, пришло время, чтобы его улучшить. И я думаю, что космонавт Том как нельзя лучше подходит для этой роли. Я думаю, что он прекрасно справится с этой задачей и поставит новый рекорд. Ребята, но нам придется запастись терпением. Ведь чтобы улучшить этот результат, нужно провести на трассе, я думаю, минут 20. Весь забег комментировать смысла нет. Оставляем космонавта Тома на трассе и желаем ему удачи.
Ребята, до нового рекорда осталось всего 300 тысяч баллов. И как вы понимаете, за весь забег космонавт Том не совершил ни одной ошибки. Так что рекорд у нас будет чистый, без единого оживления. Первый серьезный результат – это 10 тысяч собранных золотых слитков. Поздравляем Тома с этим достижением! Как же медленно набираются последние тысячи до нового рекорда. Хотелось бы, чтобы хотя бы немножко побыстрее. Отлично, в конце нам попадается просто замечательная локация. И я думаю, как раз в этой локации мы сможем установить новый рекорд. Главное в самом конце не совершить досадной ошибки. Менее 100 тысяч до нового рекорда. Ребята, в самом начале эта трасса мне казалась сложной, но когда я немного к ней привык, не такая уж она и тяжелая. Только вот различные улучшения попадаются нам очень редко. Хотя бы что-то, вижу впереди магнит. Юху, новый рекорд! Ребята, но эту трассу мы пройдем до конца. Хотя, чем больше мы поставим рекорд сейчас, тем сложнее будет его повторить. Ребята, кто смог выдержать забег до самого конца, молодцы. Окончательный результат 3 миллиона 743 тысячи. На этом буду заканчивать. С вами был канал Страна Игорляндия. Всем пока и до новых встреч!